третий этаж. Эй, йоу! Всем привет, братья мои, сестры, друзья мои, подружки. С вами, как всегда, я, отец Шиморо, и добро пожаловать в Total Lockdown. Знаешь, пока ты ждешь разработки моей игры, как говорится, мы играем в Total Lockdown. Игра тоже интересная, за игрухой я слежу, смотрю регулярно, что вообще выпускается, как вообще разработчики себя ведут. Достаточно интересный батл-рояль, необычный, с этажами. Если ты не знаком с игрой, естественно, ссылочку я тебе в описании оставлю. Как бы посмотришь. Знаешь, посмотрим, какие тигриные львы здесь у нас, да? Что у нас нового в игре, какие механики, что изменилось, что не изменилось, как говорится. Это всегда интересно, понимаешь, прочувствовать, как говорится, что меняется в играх вокруг. Понимаешь, пока вот ты ждешь, пока я тебе какие-то новые обновления сделаю. А другие игры-то не стоят на месте, понимаешь? Развиваются. Надо тоже смотреть их. Так, это что такое ключик? Ключик забираем. Знаешь, задача наша с тобой. Эффективно. Опиздярить, соответственно, ребятишек, которые здесь бегают. Да, и попробовать взять топчики. Но взять топчики здесь достаточно элементарно для меня, если тигриный лев какой-нибудь не попадется, понимаешь? Вот, поэтому такие вот пирожочки. Ладно, давай смотреть, кто здесь у нас расчехленочку устраивает. Смотрим, ищем новые девайсы какие-нибудь, потому что, очевидно же, разработчики вводят какие-то новые интересные штуки. Наша задача с тобой их найти, соответственно. Посмотреть и попробовать. Так, значит, дробаш это приятно, дробаш это прекрасно. Но не дробаш мне сейчас нужен. Мне сейчас нужны люди, они могут за мной следить, да, в любой момент? Где-то здесь я прям чувствую, как маленький, понимаешь? Уже кто-то меня выслеживает, кто-то, блядь, в углу сидит. Кто в этих комнатах? Так, шприцы тоже поднимаем. Кто в этих комнатах? Кто-то здесь со мной? Нет, никого нет. Акулик. Вот акулю я возьму. Вот акулю я возьму. Акуля это хорошо. Акуля должна хорошо долбить. Единственное, что отдача у нее большая, да? Так как это акулечка. Тихо. Дрон меня напугал. Так, мне нужен медицинский либо защитный отсек. Вон впереди я вижу отсек. Соответственно, если здесь никого нет, мы с тобой сейчас залутаемся. Хорошо. Так, есть прицельчик. Сканер движения. Опа, пися моей мечты есть. Так, пися моей мечты взяли. Еще пися моей мечты. Там кто-то воюет. Прожигаем его. Пошел нахер. Повоевал, маленький? Повоевал, сладенький? Так, где еще? Давай, давай, братишка. Сейчас, пока я буду лутаться, наверное, меня подождет кто-то. Да, я в реальном полицейском участке. Мне нужна реальная броня, пожалуйста. Кстати, вот это офигенная тема, то, что комментатор есть. Я когда, знаешь, первый раз свою игру делал, это был хоррор. И там тоже был комментатор, который разговаривал постоянно с игроком. К сожалению, игра не вышла никуда. Вот, потому что у меня тогда не было времени вообще ей заниматься. Очень много разных дел было вокруг. Вот, поэтому вот этот вот комментатор, это просто топчик. Это одно из лучших решений. При том, что здесь вот небоскребы, да, у нас. Как бы ты в небоскребе. Естественно, это ТВ-шоу, как бы, если ты не знал. Типа мы участвуем в шоу. Вот, это тоже офигенно. Опа-на! Пистолет? Это непрактично. Зато пистолет это непрактично. И очень неэстетично. Я колю себя в рот отлично, потому что зона идет, мать твою. Так, спокойно. Давай дадим себе шприц. У меня много шприцов, в принципе. Главное раздать вовремя. Интересно, у этой пушки, мне кажется, урон подрезали. По-моему, у нее урон был побольше. Причем значительно побольше, посильнее. Сейчас урон как бы... Как бы не чувствую, что прям урон сильный. Так, значит, где могут быть тигреночки? Нам нужно вниз в любом случае спускаться. Так, запустили радар. За мной никто не бежит. 26 живых осталось. Смотрим, смотрим, смотрим. Бегущий человек производит впечатление. Тоже, кстати, киберпанк в селе офигенно сделано. Мне очень нравится. Ну, такая, знаешь, не киберпанк. Хотя нет, хотя можно назвать киберпанком. Знаешь, киберпанк это когда... Как тебе объяснить лучше стилизацию, да, вот именно передать? Это когда старые технологии и новые технологии вперемешку, и все это грязно, вонючее, понимаешь, ну это простым языком. И все такое обоссанное, понимаешь, вонючее. Вот здесь вот вонючести не хватает. Видел? Здесь вонючести в игре не хватает. Пошел нахер. У меня пушка сильнее, мальчик мой. Поэтому сосай болтик. Так, значит. Опрыскиваем себя баллончиком. Хорошо, подышали. Больно мне сделал очень.
Этот молодой хорошо играл. Так, сделаем вот так. У него тоже был легкий шлем, у меня легкий шлем лучше. Так, значит, у него легкая броня. Вот это вот я заберу, пожалуй, у вас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что у вас есть еще, молодые люди? Вот эта пушка неплохо шимбинит, которую он мне раздал. Вот это вот. Но мой лазер, видишь, оказался сильнее. Мой лазер прожег его мощнее. Так, у меня больше нет ключа, да? Мне нужен ключ, мне нужен дрон еще. Блин, этажи-то опускаются, смотри-ка. Скоро и здесь газ будет. А это что такое? Я этого не видел. Вниз. Первый раз вижу такую дичь. Это что? А, нормально, 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 нормально. Нормально, я чуть не обоссался, понимаешь? Господи. Слушай, я такую дичь первый раз вижу. Ух ты, какой этаж офигенный, можно простреливать, просматривать. То есть, в принципе, можно... А смотри, все с крутыми пушками, короче, остались. Мне броня нужна. Там двойник стоит. Ёпта, я на этих этажах не был, я на этих этажах не воевал, братья мои. Охеренно, слушай, я что-то новое получил, какие-то впечатления, какие-то удовольствия. Это радостно, это охуенно. И в коридоре в этом не был. Тоже охеренный коридор. Бля-бля-бля-бля-бля. Я здесь пройду, не? Что-то здесь слишком темное все. Темное, мрачное, вонючее, о чем я и говорил. Темно, мрачно и вонючее. Я люблю, когда пахучее. Тихо-т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 ихо. На моем этаже вроде бы никого нет. А вот здесь вот кто-то должен быть. Девяточка. Все вниз идет, зона вниз идет, это очень хуево. Легкая броня. Потому что мне придется бежать очень быстро вниз. Мне нужен дрон, любой дрон. Средняя броня. Средняя броня, среднюю броню выкинул. Мне бы шлем хороший, как бы, тогда топ-1 это залог успеха будет, как бы. Точнее, стопудово будет топ-1. А если нет, то хуй его знает, понимаешь, потому что там тигриные какие-нибудь, хер прострелишь. Пушка-то у меня вроде бы хорошая, лазер прикольный, но толку-то от этого, если у тебя нет брони. Понимаешь, если у чувака такая же пушка, и у него броня лучше, то он меня переиграет. Если мы будем одновременно стрелять. И вот это вот неприятно. Давай поставим маячки. Ставим маячок здесь, смотрим. Интересные механики вот эти с девайсами. Это тоже очень крутая тема. Так, маячки поставлены. Хорошо, спускаемся еще ниже. Четвертый этаж будет нормально. Хорошо, забираем карту. Здесь где-то должен быть отсек, который мне нужен. Уже открыт. Оружейка открыта. От это плохо. От это плохо, что оружейка открыта. Но в любой момент сюда может зайти какой-нибудь тигренок, правильно? Че, сидеть его кемперить ждать или что будем делать? Не так много я людей встретил. Еще. Блять, еще неизвестно, есть ли здесь в этой комнате кто-то. Ой, ебать меня! Прикольно. Прикольная картинка, тоже не обращал внимания раньше. Что-то мне не нравится эта картинка. Она прикольная, но мне что-то не нравится. Так, средняя броня здесь валяется. Все на этаже номер 4, да. Это все, что нам нужно. Я на четвертом этаже. И кто-то здесь тоже со мной по-любому. Нам нужно на третий. Есть ли кто-нибудь здесь? За мной, передо мной. Слушай, никого на четверке нет. Сука, никого на четверке нет. Что делать, спускаться ниже? Давай спустимся ниже, посмотрим, что там. Блять, мне кажется, за мной следят. Хотя, если бы следили, пизды бы уже дали, мне кажется. Не-не-не, не может быть такого. Братья мои, сестры, братишка. Братишка, ставь лайк скорей. Ставь лайк скорее, поддержи меня. Поддержи меня, чтобы я не обоссался, понимаешь? Не чувствую я уверенности в себе, понимаешь? Силы богатырские не чувствую. Потому что все прячутся, 6 живых и все прячутся. Где они все, мать твою, это легкий шлем. Ёб твою мать, мне это очень не нравится. Открытое пространство абсолютно осталось. Магазин на этом этаже, кстати, я вижу. Дрончик едет. Кто летит? Гранатой кого-то бомбануло. Я не понял, кого бомбануло и где они. Так, ладно, спокуха. Без пены. Главное не отвлечься сейчас и вовремя сделать им кукарачу, ёбаный! Когда-нибудь делал кукарачу? Тебе нравится кукарач? Кукарача это, я тебе покажу, это финт в лицо лазерной пушкой. Сейчас попробую. Бля, это очень странно. Где они все прячутся?
Вот на этой на это пространство выходить вообще смысла нет. Я запер себя сам. Все, я в жопе. Я себя запер сам. Где-то здесь есть люди. И это очень странно, это очень хуёво для меня. Откиснуть на изи просто можно. Сделаем двойничка сзади, чтобы если что, никто не зашел. И смотрим, как будет действовать газ. Газ скоро придет сюда. Вон там, по-моему, кто-то был. Здесь можно увидеть небо. Последний раз. Да, здесь можно увидеть небо последний раз. Где-то здесь должны быть люди, мать твою, блять. Так, уходим с этого этажа, чтобы нас не впалило. А могут быть и наверху 4 человека в живых, братья мои. Охуеть, ситуация! Ситуация! Нам бы не обосраться, блядь! Чё думаешь? Смотри-ка, блядь. Смотри-ка, все прячутся. Все как я. Ой, блядь! Это мой двойник, извини. Извини, это мой двойник. Надеюсь, ты не напугался. Почему ни одного чучела рядом нет? Я не понимаю. Все, газ опускается, сейчас пятый придет на четвертый. И из четвертого должны будут спускаться. Барсучок вот здесь. Наблюдать за ним вам да. Барсучок уже распространяется. То есть, по идее, сейчас мы смотри. Либо удерживаем этот угол и раздаем пиздюлей, либо получаем пиздюлей в этом углу. Все заняли свои углы сейчас, да? По идее, вот смотри, логика работы батл-роялев. Каждый из игроков занял свои позиции, чтобы дождаться финальной зоны, соответственно, и уже пиздиться в финалочке. То есть, в принципе, никто не рискует. Бегать никто не идет. Выбрали себе позицию и ждут. То есть, почему следует играть именно по такой тактике сейчас? Да, то есть, тоже ждать в углу. Потому что преимущество у того, кто сидит за углом. То есть, вот у меня сейчас преимущество, если на меня кто-то вырвется. То есть, я могу успеть среагировать и раздать ему дэмэдж первее. Поэтому, в принципе, это важно. Да? Но! Также важно вовремя менять позицию, когда идет круг. Поэтому прямо сейчас мы должны с тобой поменять позицию и войти на территорию там, где круг. Иначе нам пизда. Двойник. Хорошо. Вызываем лифт. Вижу челика. Вон, видишь? Как так? Как так-то, ёбаный? Это очень странно было. Почему я его не убил? Не понял? Почему я его не убил-то, ёб твою мать? Он умер. Он умер. Он умер. Спокойно, живем! Живем, блядь! Он откис от газа. Блядь! Здесь где-то хуй. Блядь, это тоже двойник! Да ну нахуй! Я обоссался! Вон, вижу. Вижу членососа. Его стреляют. Сука, его прострелили. Блять, все в двойниках, ебать, катка. Боитесь ли вы темноты? Нет? А стоило бы? В темноте вас может ждать противник с автоматом. Сука. Здесь везде люди, слушай, блять, такая обоссанная катка. Слушай, мне так нравится, я сейчас так вообще сфокусирован. Вот давно не играл. Блять, и прям по кайфу. Сука, обоссанный, блять. Ебать, я запиздился, обоссанный, блядь! Вот я лань ебаная, блядь! Крана... Дурак, я не знал, что он здесь! Вот я ебла! Вот так вот бывает, друзья. Вот так вот, блядь. Такой напряженный матч для меня. И первый раз я так напрягся в этой игре. Блядь, всегда налегке так было. И сейчас я так напрягся, братья мои. Ебать, еще и гредай меня, баданч, нахуй, как шлюху, блядь, вонючую маленькую, блядь. Слушай, интересно, смогу ли я, знаешь, что, в отряде найти каточку?
Вот, значит, слушай, ну, по-моему, есть кое-какие изменения, то есть в здании, вот в этом всем, то я такого раньше не замечал многих вещей, которые, скажи мне, я прав или нет, то есть это изменения какие-то новые ввелись или нет, ну, вот эти вот здания, как они простроены и так далее. Давай посмотрим, сможем ли мы сыграть в скваде и играет ли кто-нибудь в скваде, если нет, не найдется, то нет. А вообще, в целом, то есть, это тоже версия игры, видишь, ранняя-ранняя альфа, да, как бы. И, соответственно, уже есть абсолютно все для того, чтобы был тот самый геймплей, накал страстей, который ты хочешь видеть. Как бы, вот я сейчас не ожидал в финале, я думал, там с другого края хуй. А он мне пробросил гранату, он меня увидел, пока я перебегал из зоны. И пока я с тобой пиздел, блядь, он просто вышел и дострелял меня. Вот это меня просто обоссало. Значит, как говорится. Интересно, в складах вообще можно найти? Как я понял, статистика сейчас здесь не работает, да, то есть вот это вот все пока не пашет. А есть персонажи, соответственно, ты можешь купить персонажа себе какой-либо скин и, соответственно, получить от этого удовольствие. Но все в будущем. Короче, не ищется катка. В любом случае, дружище, мы с тобой неплохо провели время, поболтали и посмотрели, что происходит в Total Lockdown. Спасибо тебе, как всегда, за лайк. Увидимся на новом видео. Пока-пока.